Ну что, Виха, а что делать? Говорю тебе, что делать, говорю, в данном случае? Как Путина победить? Путина победить? Да очень просто. Украинским властям этим обратиться к людям, украинцам, которые живут в России. Там Уренгой, Норильск, Воркута, Магадан. И сказать, заплатим вам по 10 тысяч долларов, верните назад в Украину. И трубы нефтяные и газовые будут пустые. Потому что российский мужик уже спился, некому работать. И не надо ни пушки, ни танки, ничего. Путин сам себе голову отгрызет. От этих, только если он услышит вот эти слова, что вот это так правительство сделать украинское, что зовет свой народ. Украинский, с севера. Вот и вся проблема решена.